зовут Мария Владимировна. Скажите, пожалуйста, какие основные задачи вы будете решать в качестве депутата Государственной Думы Российской Федерации от Удмуртской Республики? Ну, главная задача, это кроме законопроектной деятельности, конечно же, это то, что я и сказал, это активное, ну, есть такое слово, лоббирование. Лоббирование наших с вами интересов, именно экономических. И активное привлечение по всем направлениям федеральных денег в нашу республику. То есть это и по сельскому хозяйству, и по промышленности. То есть первая задача, это мы должны провести анализ, что нам даст наибольший эффект в первое же, так сказать, ближайшее время. Какие программы мы сейчас, в каких программах мы сейчас не участвуем, или по каким программам есть у нас большие возвраты обратно в федеральный центр. Скажем, вот вы знаете, что 300 миллионов мы не смогли освоить, потому что не смогли найти софинансирование в бюджете Удмуртии. А 300 миллионов, это вы сами понимаете, какие-то деньги, и сколько можно было, эффект кумулятивный, эти 300 миллионов превращаются в 3 миллиарда, когда они вращаются в экономике. Сколько мы сейчас потеряли. Большое спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Спасибо, Денис Владимирович. Давайте пожелаем Денису Владимировичу успехов в его выборной кампании.